И мы здесь, в полуфинале, в Семикаракорске, только мы, потому что самое веселое, самое радостное. Да что? Дима, погоди. Слышь ты, мужик с курицей, ты чё выперся? Ты мою девушку курицей назвал, да? На! Ребят, вот так. Это ты мою курицу курицей назвал? Это петух. Ну, в полуфинале не без потерь. Но это не потеря! Это Супермен! Он спасает людей! Ну, дай пять! Суперкоманда с суперназванием! Поехали! Осень. Время торговать. Итак, представьте, случай на рынке. Шаурма, покупай самый вкусный шаурма в этом городе, эй! Самый дорогой, самый сочный апельсин у меня. Бери, пожалуйста. Дай мне. Торгуй телом, торгуй телом. Как ученики платят за ЕГЭ? Здравствуйте, русский. Парень, парень, ты что сказал? Русский? Цыган. А теперь представьте, типичная девушка на улице. Фу, это что, мышь? Фу, какая она мерзкая! А-а-а, бедная мышка! Самый грязный убийца. Однажды на речке. Мама, мама! А мы на речку идем, день рождения хотят праздновать, да? И заодно никто нам порадуй. Фокусник в средневековье. А сейчас я вытащлю шляпы кролика! А теперь представьте, парень и девушка на свидании. Дорогая, привет. Привет. Давно не виделись. Знаешь, сегодня для меня очень важный день. У тебя такие красивые глаза и очаровательная улыбка. Я люблю тебя. Мы не можем быть вместе. Но почему? Ну разве ты не видишь? Мы с тобой разного уровня. Но нам же так хорошо с тобой вместе. Ну хорошо только тебе. Ну ты не делаешь никаких шагов на пути к нашему счастью. Что я должна сделать? Сними туфли. Снимай. Мне кажется, этого недостаточно. Согнись. Коленки, кривее ноги. Кривее. Ужасное. Кривее. Все, я тебя бросаю. Но почему? Да ты себя вообще в зеркало видела? Ну, и в конце бы хотелось сказать «Твою мать!» Дима, Дима, твою мать вырежу. Твою мать вырежу. Твою мать в ответ вырежу. Чем тебе не устроила моя мать? Ох! Эй, ребят, ну хватит. С вами была команда «Дай 5». Еще увидимся.